Лучше привычить. Все готово? Да, мы в эфире. Здравствуйте. Так, все, можно прямо начинать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас из Ярославля. И сегодня будем представлять вам события на территории Ярославской области, в том числе в самом Ярославле. Будем с удовольствием вас приглашать к нам. Вот. А как побывать на наших событиях, мы вам сейчас будем Вот, несколько слайдов именно про нас, что мы работаем уже в качестве туроператора уже порядка 12 лет, поэтому мы выступаем и приглашаем вас, как и что можно делать у нас на территории Ярославской области, а мы знаем, что это большая часть как раз Золотого кольца России. Это немножечко еще наши цифры про нашу компанию, чтобы вы с нами познакомились. Вот. Самое главное, чем мы занимаемся, это именно корпоративный туризм и инцентив поездками по Золотому кольцу. То есть хочется, чтобы люди не только смотрели, а участвовали в процессе. То есть если мы заходим с вами в музей, то мы стараемся включать именно интерактивные программы, именно игровые программы. Благо сейчас на нашей территории Ростов-Великий, Переславль-Залесский, Ярославль очень много именно таких музеев частных, в принципе, смысл сейчас туризма, чтобы турист был вовлечен в процесс. А нам еще повезло тем, нам это Ярославской области, что каждый город у нас это является, как бы скажем, архитектурным шедевром, ну вы все знаете. Ростов, еще раз повторю, это Ростов-Великий, это Переславль-Залесский. Это Ярославль, Углич, Мышкин, Рыбинск. То есть это те города, где, в принципе, упор делается на развитие городского туризма. И есть где походить, есть что посмотреть. А мы даем вам возможность еще что-то поделать, поиграть и попробовать. Ярославль находится у нас недалеко от Москвы, я напомню. Это 260 километров. У нас очень хорошая транспортная доступность. Это, естественно, поезд, электричка, которая идет всего лишь 3,5 часа. Вот. Все туры у нас автобусные, если мы делаем их из Москвы, потому что, опять же, повторюсь, это недалеко. Также 4 часа, и вы уже в Ярославле. А если мы начинаем наш тур от Переславля-Залесского, то через 2 часа у вас уже начинается туристическая экскурсионная программа. И плюсом у нас есть свой собственный аэропорт, аэропорт Тумушна. И к нам теперь можно прилетать на самолетике из Санкт-Петербурга, из Казани и даже будет из Калининграда. То есть мы очень рассчитываем, что мы теперь будем друг к другу летать в гости. У нас было сложное транспортное сообщение через Москву. Теперь прямо напрямую можно нам с вами поехать и друг к другу. Казань, Калининград, ну, если кто есть оттуда, с удовольствием приветствуем вас и будем вас встречать прямо в аэропорту, сразу в Ярославле. То, что касается теплоходиков, Ярославль находится на Волге, Углич также находится на Волге, поэтому огромные теплоходы, как всегда, традиционно круизные проходят мимо нас, останавливаются здесь. Но я хотела сказать о другом. В этом году в летний сезон небольшие теплоходики прогулочные, которые есть в Ярославле, будут теперь совершать рейсы именно экскурсионные. То есть, когда вы берете у нас тур, мы вам обязательно теперь будем предлагать еще одну опцию, что есть возможность еще прокатиться по Волге именно в экскурсионную поездку. То есть мы очень этим гордимся, потому что на самом деле у нас такого раньше не было, несмотря на то, что мы реально на Волге столько лет живем. Это из новостей. Сегодня я хотела вам рассказать о нескольких турах, которые мы организуем на события, проходящие на территории, на нашей территории.
Вот, мы предлагаем начать с мая месяца уже к нам ездить. У нас уже солнышко, у нас сейчас весь снег уже почти скоро растает, надеемся мы. И вы знаете, что туристический сезон, именно экскурсионный, к нам начинается именно сейчас. Вот. Первый тур, который я хочу вам рассказать, называется он «Назад в СССР», и это проходит он как раз в майские праздники. Вот, это 3 дня, когда мы полностью вас погружаем в советскую эпоху. Это реально интересно, это реально очень интерактивно, это вызывает теплые воспоминания. То есть в любом случае, то, что касается, что значит тематические туры, то есть мы каждый тур посвящаем какой-либо теме, и все будет связано с этой темой. То есть это будут такие музеи, это будут, значит, такие интерактивы. То есть, да, у нас есть комсомольское собрание, у нас есть принятие в пионеры. То есть вы, кто-то вспомнит, кто-то узнает об этом впервые, как это было в нашу эпоху советскую. Мы посещаем коммунальные квартиры, то есть те предметы, которые были тогда, тоже как бы являются нашей историей, нашей эпохой. И обязательно еда во время тура тоже будет связана с этой темой. То есть мы помним, да, газировку из автомата. Вот. Будем стараться вам показывать именно те самые столовые, которые были когда-то. Вот. Ну, кормить все равно будем вкусно, не переживайте. Мы обязательно всем разошлем подробности этой туры. Вот, этих туров, где будет четко и понятно написано. То есть это все туры идут из Москвы, автобусные. Так, значит, следующий тур, это не сборник, это одна из тем, которые мы хотели рассказать вам, которая существует у нас на Золотом кольце, на нашей территории. Это тема сказочная. У нас живет очень много сказочных героев, поэтому отправляться с семьями, с детьми есть как бы повод, чтобы можно было поиграть, именно с детьми принять участие в мастер-классах. То есть эти туры в гости к сказочным героям, то есть мы отправляемся не в Переславль, в Ростов и Ярославль, да, а мы отправляемся в гости к царю Берендею, в гости к Лёше Поповичу, к Ивану Царевичу, к Гавриле Ямщику. Ну, он не сколько сказочный, сколько былинный герой, но также делает очень хорошие интерактивные программы. Это обязательно развлечение, родители с детьми все вместе принимают участие. У каждого героя есть свой мастер-класс, театрализованное представление, свое угощение и свой музей. То есть в каждом городе вы получаете новую сказку, новую историю. И таким образом, переезжая отсюда сюда, вы погружаетесь, ну, естественно, в русские сказки. Следующий тур, вот, который я хотела вам показать, это «Мне бы в небо». К нам придут сегодня организаторы фестиваля воздухоплавания, который называется «Золотое кольцо России». Вот. Они расскажут непосредственно о самом мероприятии, а мы говорим о том, что мы делаем сборный тур на него. То есть вы 2 дня путешествуете на Переславской земле, вы принимаете участие во многих интересных интерактивах, то есть мы вас отвозим и на конюшню, к фризам, это лошадки, да, которые только у нас тут делают. Ну, то есть это очень редко, очень конное шоу, которое вы увидите, оно как бы очень яркое. То есть очень много ярких событий, и самое главное, то, что вы увидите сам фестиваль воздухоплавания. Следующее событие – это техно-тревел. Это такой тур для путешественников, когда можно будет увидеть все виды транспорта. То есть это и автобус, и самолетик, и мотоциклы, и велосипеды, и лошадки, опять же, то есть мы весь тур мы используем эту тему, тему транспорта. Самая любимая тема, это наша, конечно, это еда. По одной простой причине, мы являемся организатором фестиваля гастрономического, который называется «Пир на Волге».
Он проходит в Ярославле. В этом году он будет проходить 18.08.18, то есть 18 августа, то есть очень яркая дата. Приглашаем очень сильно. Это как бы то событие, которое собирает на одной площадке в центре города Ярославля все гастрономические бренды области, все гастрономических производителей области. То есть вся еда, которая есть в Ярославле, в Ярославской области, вы увидите на одной площадке. То есть это реально уникальная возможность увидеть, что делается здесь, как делается, попробовать посмотреть, поиграть, влюбиться в нас, приезжать еще, еще, еще. Вот в этом году это будет 4 дня, 3 ночи, большой тур. То есть в рамках этого тура мы будем возить по участникам этого фестиваля. То есть, например, у нас в каждом городе у нас будет обязательно связано с какими-нибудь вкусняшками. Например, Переславль-Залесский, вы, наверное, слышали. Это рябушка, это гурьевская каша. Это, например, возрожденные ярославские сыры, сыроварня Мария Коваль. В Ростове Великом у нас это напитки наши любимые, ростовская медовуха, библиотека варенья, хреновуха, щучьюха, луковые косы. То есть это те вещи, которые являются территориальными брендами. У нас очень яркие музеи, которые включают в себя, естественно, угощение, знакомство с продуктом, история продукта, игра, развлечения и много-много дегустации и еды. Обязательно с напитками. Вот. В Ярославле есть такой проект, который называется «Трапеза по-ярославски». Это реально восстановленные рецепты дореволюционные, то есть реально купеческая кухня, купеческие блюда, которые делает сейчас современный ресторан, вот, который находится, на, опять же, на берегу Волги. И вы получаете новые, очень сильные впечатления. Историческая кухня сейчас является трендом, в принципе, вообще везде. И обязательно отвезем вас в деревню Мартыново, где вы сможете вспомнить, как вы были у бабушки, или увидеть... Может быть, кому-то повезет, он увидит это в первый раз, как из печи выходят вкусные горшочки с едой, как это готовится, как это делается. То есть тур полностью посвящен истории, традициям и блюд ярославской кухни. То есть он самый вкусный, мне кажется. Вот наша картинка «Перноволье», сам пикник, то есть целый день будет посвящен именно ему. Вот, то есть если вы там, полностью в сборном туре вы не можете принять участие, то тогда мы приглашаем вас просто на пикник. Но чем хорошо быть в сборном туре, во время пира на Волге мы туристов будем сажать на маленький теплоходик, который также будет называться «Пир на Волге», где специально для них будет прогулка от пира сделана. То есть она будет вкусная, интересная, экскурсионная. Приезжайте к нам в Ярославль, мы вас очень ждем. Время у меня уже заканчивается. Вот. И самая главная новость, которую я хотела сказать, что на пире на Волге в этом году, почему хочется вас позвать, будет как бы событие в событии. Это фестиваль вкусных фестивалей, к нам приедут гости из других регионов, и вы сможете увидеть у нас в Ярославле и Тольятти, и из Подмосковье варенье, и якутов, и медовуху фест. То есть мы всех зовем в гости, и вы на одной территории в один день можете посмотреть, что интересно творится во всей России.
Уже работаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Вера Доброголовцева. Я являюсь исполнителем компании «Столица Золотого кольца». Сегодня я хочу вам рассказать про наше событийное мероприятие, так как мы входим также в некоммерческое партнерство «Золотого кольца», которое организует несколько своих гастрономических фестивалей по году в нашей Ярославской области. Итак, первое, наверное, о чем бы я хотела рассказать, это один из наших любимых городов, это город Ростов-Великий Ярославской области. И сейчас у нас уже 19 мая будет основной день, будет 5-й юбилейный фестиваль Ухи. Мы всех обязательно приглашаем поучаствовать. Великоростовская Уха 10 веков традиций, как я уже сказала, проводится уже в 5-й год. В этом году будет делаться на Колхозной площади в центре города Ростова. И, соответственно, каждый год привлекается очень много команд. Варим уху, варят уху все, начиная от модельных агентств, от местных рыбаков и заканчивая командами правительства области. И в этом году, так как это все-таки юбилейная уха, у нас обещались быть представители администрации и, возможно, даже мэры всех городов Золотого кольца. То есть очень будем их ждать, то есть будет очень большое такое глобальное мероприятие. В Ростове-Великом, вот это наш знаменитый уже котел, он стоит на территории комплекса «Ростовский». Этот комплекс принадлежит нашей компании. Значит, комплекс «Ростовский» – огромный котел на 300 литров, который мы каждый год расконсервируем конкретно для фестиваля «Ухи». В этом году будут варить именно команды его. То есть если раньше этот большой котел варил шеф-повар всю ночь накануне, в этом году, так как юбилей, у нас фестиваль будет идти 3 дня с 18 по 20 мая. Поэтому всех приглашаем. Можете потом на наших контактах, на почте, на интернете, на сайте узнать более подробную информацию, если вы хотите приехать, либо просто привести ваших гостей, ваших туристов, ради бога, мы всех принимаем бесплатно, именно туристов группы, вы можете приехать, они погуляют, попробуют множество разных ухи, плюс, естественно, концертная программа. Дальше, это вот как раз то, что касается модельных агентств, которые у нас всегда участвуют. Наш замечательный шеф-повар, который готовит всю ночь уху из этого котла. Ну и, естественно, множество команд. То есть то, что называется «кто во что горазд», все хотят представить себя как можно лучше, как можно веселее. Участвуют и туристические комплексы, участвуют, видите, и пенсионеры, то есть на самом деле очень-очень большая активность. Это вот чемпионы, так, нет, это у нас, я прошу прощения, это у нас была команда «Газпрома», а вот чемпионы прошлого года, это рекламная компания «ЦМИК», они, конечно, приехали, все сделали очень круто и командно, то есть всем безумно понравилось. У всех свои рецепты. Это вот, кстати говоря, как раз такой казан с жаровней, который привез с собой ЦМИК. Вот. Поэтому всех хочу пригласить обязательно к нам приезжать в Ростов-Великий на фестиваль Ухи. Следующий фестиваль, который тоже проходит в Ростове-Великом, он будет у нас уже проходить в этом году в четвертый раз. В этом году он у нас будет 8 сентября. Это луковая ярмарка. Проходит она у нас, как правило, на территории комплекса «Ростовский» и представляет из себя, то есть в первую очередь это соревновательный момент, плетутся самые длинные луковые косы, самый красивый луковый венок, но, естественно, от нас уже подарки, причем ценные призы, там видеоплазмы, хлебопечи, ну и так далее. Естественно, лукторг, как же без этого, да, то есть осень, безусловно, это пора, когда уже зреет лук. Очень много у нас продается луковых кос,
Синчика, Сивка и так далее, и так далее. На самом деле приезжают из Москвы, из Питера, наши северные соседи, которые очень любят это мероприятие. Безусловно, профессиональное жюри оценивает всегда работы, то есть это всегда уважаемые люди, которые абсолютно беспристрастно это все оценивают. Это вот наши прекрасные косы, которые всегда можно будет купить. Вот, всегда есть еще подделки, очень много от садиков, от школ и так далее. Плавно мы с вами переходим к нашему следующему фестивалю, это фестиваль селедки. Он у нас в этом году будет проходить 12 июня, как и всегда, то есть это как всегда День России. Мы его проводим в Переславле-Залесском. Еще один наш комплекс называется Фишхерберг, сель Царский посол. Как раз когда я говорю то, что это наш комплекс, я имею в виду то, что мы являемся собственниками этого бизнеса. То есть это, если более подробно вас будет интересовать, потом мы вам все расскажем. Вышлем, это и Ярославль, Ростов-Великий, Переславль, Семибратово у нас еще есть. Это то, что касается Ярославской области, это далеко не все. Сейчас не буду остальное для вас рекламировать. Соответственно, рестораны, гостиницы и музей. Итак, на территории Фишхерберг, сельцарский посол, у нас проводится уже, будет проходить уже в третий раз фестиваль селедки. Это вот показано, как шеф-повар разделывает селедку, правильно показывает. И, естественно, дальше все уже начинают пробовать, именно так, как это принято в Голландии, с луком, вот таким вот образом. Да, когда все, мы всех гостей угощаем селедкой, всех тоже ждем. Соревнований там особо никаких нет, это просто праздник для гостей. Если вы любите селедку, если вы любите рыбу, пожалуйста, это вот прямо ваш фестиваль. Еще... Сегодня я, пожалуй, хотела вам рассказать еще про один наш уникальный продукт, который вот буквально мы начали делать в прошлом году. Это паспорт туриста Золотого кольца. Вот, мы открыли паспортный стол, и, соответственно, сейчас в этом паспортном столе мы оформляем паспорта и оформляем удостоверение пешехода для всех желающих. Кто это дает, в принципе, и как это выглядит, да? То есть например, еще есть один из продуктов, которые делаются непосредственно в паспортном столе. Это свидетельство о пересечении памятного знака «Нулевой километр». Он находится прямо напротив офиса паспортного стола. Вот такое свидетельство, то есть для желающих туристов организуется действо, которое считается именно пересечением официально нулевого километра Золотого кольца. Да? То есть есть полярный круг, можно пересечь экватор, мы пересекаем именно нулевой километр Золотого кольца. И, соответственно, ваши туристы получат вот такое свидетельство. Это то, что касается паспортов, да, то есть вот паспорт выглядит вот так, это абсолютно реалистичный паспорт, он печатается прямо на месте, это занимает буквально несколько минут, для этого требуется только фотография, вот, и вам его выдают. Для чего он нужен, собственно говоря, да, то есть паспорт это все-таки как VIP такое, скажем так, издание, VIP-сувенир, он предполагает множество скидок, множество бонусов в городах Золотого кольца. На сегодня это подписанные договора Ярославль, Ростов, Переславль, Владимир, Углич, и сейчас подписываются документы с Суздалем. Вот, то есть это как очень интересный объект. И есть еще удостоверение, к сожалению, вот у меня его я не вижу, есть просто удостоверение, выглядит как бэдж, это более простой вариант, то есть если паспорт распространяется на его пятерых, то удостоверение только на одного человека. Если какие-то будут вопросы, пожалуйста, пишите, будем рады ответить. Ну и, соответственно, столица Золотого кольца, сайт вы можете найти, где уже сможете задать все ваши вопросы. Спасибо большое. Если есть, я понимаю, то, что мы еще в эфире,
Если есть какие-то вопросы, сейчас готова ответить. Вот. Еще раз скажу, наш сайт «Столица Золотого кольца», туроператор. Вот. Либо сайт «Некоммерческое партнерство», «Столица Золотое кольцо». То есть вы там сможете увидеть всю информацию о том, как можно войти в партнерскую программу по паспорту. Мы работаем с туроператорами со скидками для паспортов. Естественно, мы работаем с туроператорами по всем нашим объектам, по фестивалям, по мероприятиям, гостиницам, ресторанам, музеям. Вот. Паспорт стоит сам 1000 рублей. Это цена именно обычная, то, что называется цена у стойки. Да? Соответственно, если вы хотите для группы туристов заказать паспорта, это будет стоить намного дешевле, то есть вы будете зарабатывать с этого комиссию. Сколько точно, вам нужно будет уже связываться с офисом и уже конкретно обговаривать, то есть это все решается все в индивидуальном порядке. Район 300-400 рублей с паспорта примерно вы можете получить, заработать. Вот. Удостоверение пешехода стоит 250 рублей, так же, как и свидетельство о пересечении нулевого километра. Посещение фестиваля, еще раз хочу сказать, абсолютно бесплатное. Пожалуйста, если хотите, можете приехать с командами, будем очень рады вас увидеть и сварить уху вместе с нами юбилейную в этом году. Вопросов у нас больше я не вижу. А, вот есть. Да, пожалуйста. Была очень рада с вами пообщаться. Будем надеяться, то, что вам все очень понравилось, и будем вас ждать здесь. Спасибо большое. Да, и передаем слово уже следующим выступающим. Спасибо большое. До свидания. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Денис Ивала, и я представляю Туристский информационный центр Гаврилов Ямского района. Приветствую вас от нашей страны Ямщика и хочу рассказать о главных событиях нашей страны и познакомить с туристическими объектами нашей территории. Страна Ямщика – это Гаврилов-Ямский район Ярославской области. Находимся мы очень выгодно, всего лишь в 250 километрах от города Москвы, 18 километров от трассы М8 и достаточно близко расположены к городам Золотого кольца России – Ярославлю, Ростову-Великому, поэтому добраться до нас очень легко и просто. Кроме того, мы обладаем богатым культурным наследием, у нас прекрасное природное ландшафтное окружение и свой неповторимый туристический бренд «Страна Ямщика». Почему такое необычное название «Страна Ямщика»? История Гаврилов-Ямского района тесно связана с историей русских дорог. И в 16-19 веках проходили здесь важнейшие тракты почтовые. Ну и в настоящее время через Гаврилов-Ям проходят федеральные и региональные трассы. Начиная с 2005 года дорожная тематика положена в основу развития туризма в районе и является его отличительной особенностью. Мы позиционируем наш район как страну Ямщика, такую огромную территорию под открытым небом, где каждый турист может выстроить свой персональный маршрут и посетить либо интересующие его туристические объекты, либо наши яркие, интересные события. Сейчас я хочу вас познакомить с нашими объектами показа. В настоящее время у нас функционирует 9 интересных туристических объектов показа, среди которых наиболее популярные как раз перед вами. Это музей Ямщика, музей Локалова, музей быта Марьюшка, музей Светелка, краеведческий музей и очень интересный центр керамического искусства Канибадок. Благодаря тому, что количество музеев в последнее время у нас увеличилось от 5 до 9, и появилось множество
интересных событийных мероприятий туристический поток вырос практически в 3 раза за последние 4 года. Перед вами музей ямщика. Мы по праву гордимся нашим музеем ямщика. Находится он в историческом здании 19 века и представляет собой стилизованную карету, на облучке которой восседает ямщик и предлагает совершить путешествие по стране ямщика. Внутри музея вы попадаете в гостевую комнату, где вас встречает ямщик, его супруга, и можете познакомиться с бытом почтовой станции 19 века, окунуться в эту атмосферу. Кроме того, не так давно в музее был обнаружен летник. Это место, где хранились продукты, и хозяева станции с удовольствием расскажут вам о том, как питались в 19 веке, какие продукты использовали и как их правильно сохраняли без всяческих холодильников. Второй такой момент. Вы можете увидеть каретный двор, на котором собраны всевозможные санки, волокуши, коллекция транспорта и разнообразная утварь, хомуты, дуги с колокольчиками, уздечки и подковы. В музее проводятся разнообразные тематические интерактивные программы, такие как «В гостях у ямщика», «Что двор, то говор, что конь, то норов», где вас непременно научат зауздывать настоящего коня. Программа «Ледник да подызбица закромов хранилица» раскроет как раз секреты хранения продуктов и с устройством настоящего ледника. И абсолютно новая программа «История русского письма», посетив которую вы узнаете о том, кто придумал старинную русскую азбуку и чем она отличается от современного алфавита. Кроме того, вы сможете сами попробовать свои силы в качестве писаря ямского приказа, написать гусиным пером церковнославянские буквы и попробовать себя в роли писаря. Ну и, конечно же, хозяева станции обязательно вас угостят пирожками-дорожками нашими фирменными. Я думаю, что все останутся довольны. Ежегодно в сентябре мы проводим День ямщицкого картуза. Проходит он на территории музея ямщика. Ну и, конечно, совершенно не случайно, потому что картуз – это единственный чисто русский мужской головной убор, который использовался повсеместно в России, и картузы носили без исключения все сословия. Особенно он полюбился ямщикам. На дне ямщицкого картуза перед туристами предстанут картузы всевозможных размеров и сделаны абсолютно из различных материалов. Это и кованые картузы в фотозоне, это и глиняные картузы, как предметы сервировки стола, это и маленькие картузики, служащие для украшения. Кроме того, туристы смогут самостоятельно изготовить любой понравившийся себе картуз на всевозможных мастер-классах. И форма организации мероприятий тоже особая. Это картузный квест. Картуз – главный персонаж праздника. В нем танцуют, в нем поют, сочиняют частушки. И все приключения связаны с картузом. У нас есть даже картуз поэтический и картуз целовый. Поэтому приглашаем вас в сентябре. Погода, как правило, в этот день стоит очень еще теплая, солнечная. Окунуться в ямщицкую тематику и побывать на нашем дне ямщицкого картуза. В этом году он у нас пройдет 23 сентября.
23 сентября, вот отвечаю на вопрос. Относительно новый музей, появившийся в нашем городе, ему еще нет 3 лет, это музей Локаловых. Он расположился в здании бывшей церковно-приходской школы, тоже постройка 19 века, и посвящен истории нашего маленького села, которое стало городом благодаря нашей льняной мануфактуре купцов Локаловых. Напомню, что льняная мануфактура была жемчужиной России, и изделия ее очень ценились не только в России, но и в Европе. В музее Локалова вы сможете увидеть не только изделия льняной мануфактуры, которые сохранились еще с XIX века, узнать все особенности и секреты обработки льна, его сохранения, но и вы сможете увидеть каморку, это комнатку, в которой жили рабочие фабрики, в каких условиях они жили, чем они пользовались, как они одевались, какую зарплату получали, все вам расскажут именно в нашем музее Локалова. Проводятся разнообразные тематические интерактивные программы под названием «Как рубашка в поле выросла», «Поторгуем», вас научат правильно покупать льняные изделия и заключать договора без убытков для себя. И совсем новая тема. Буквально в 2017 году в музее открылась экспозиция «История старейшего стадиона». Дело все в том, что Локаловы еще и являлись, скажем так, проявляли заботу о рабочих и об их здоровье. И как альтернатива пьянству они вкладывали деньги в развитие спорта. Благодаря этим стараниям у нас в городе появился первый в России стадион постройки 1912 года. И именно в музее вы сможете узнать о этапах строительства стадиона, какие-то интересные факты о спортсменах того времени, футболистах, кто играл в футбольных командах. Поэтому посетите наш музей, будет очень интересно. Наши следующие события имеют деловую направленность. Это Международный керамический симпозиум. Дело все в том, что в нашем районе есть предприятие «Сады Аурики». Это единственный в России гончарный цех широкого производства. Из года в год «Сады Аурики» делают новые шаги в развитии и популяризации керамического искусства. И вот этому способствуют симпозиумы, проводимые на территории Гаврилов-Ямского района. Итак, первый симпозиум, он называется «Симпозиум высокого огня», он проводится ежегодно, проходил уже он 3 раза, с 1 по 2 августа 2018 года он будет проходить в этом году. Это уникальный симпозиум, где керамисты со всего мира имеют возможность поучаствовать в дровяном обжиге, где очень высокие температуры обжига 1350 градусов, и все это проводится в уникальной печи типа Набаригама. Туристы тоже могут понаблюдать за процессом загрузки изделий в печь, могут наблюдать за процессом выгрузки и побывать на итоговой выставке тех произведений искусства, которые получаются. Все это представлено в Центре керамического искусства. Мастера ежегодно пополняют количество
изделий, произведений искусства. И это очень популярно среди туристов. Кроме того, туристы могут поучаствовать в мастер-классе, изготовить глиняный магнит себе на память и увести с собой. Второй керамический симпозиум, он совсем молодой, он впервые проходил в 2017 году, но в 2018 году он будет вновь. Это керамический симпозиум «Огненные письмена». Он будет проходить с 11 по 26 июля. Там уже будут использоваться скоростные обжиги, то есть температура в печах будет меньше, от 900 градусов, и обжиги не занимают столько времени, как в первом случае, поэтому, скажем так, туристам тоже будет очень интересно понаблюдать и за обжигами, и за работой профессиональных керамистов, поэтому приглашаем с 1 по 20 августа и с 11 по 26 июля 2018 года. Ну вот это как раз тоже работа наших керамических симпозиумов. И мастер-классы проводятся в дни симпозиума. Мастер-классы проводятся не каждый день. О заказах мастер-классов можно уточнить у нас. Я дам наши координаты и в определенные дни, когда можно посетить симпозиум, можно и, соответственно, сделать мастер-класс. А в течение года, пожалуйста, в любой день они рады и проведут этот мастер-класс, покажут свое производство. Поэтому приезжайте, это всегда интересно, вне зависимости от того, проходят симпозиумы или не проходят симпозиумы. Следующее наше мероприятие – это «Снежинка лахости». Наше событие – это зимнее событие для любителей спорта, для любителей лыжных гонок, любителей быстрой езды, фигурного вождения транспорта, в том числе трактора. Пожалуйста, мы рады. Это мероприятие всегда проходит в январе. Кроме того, туристам есть чем заняться на этом мероприятии. У нас замечательные программы спортивные, это катание, в том числе катание на собаках, катание на бананах, на буранах. И в этом году, как и наши коллеги, мы решили добавить изюминку в этот праздник и сделать гастрофестиваль под шубой, для того, чтобы людям, которые далеки от спорта, было не скучно. Это новый фестиваль. Для нас это был первый опыт проведения гастрофестиваля. Мы считаем, что он был очень удачным. Мы смогли собрать много заинтересованных организаций, которые у нас поучаствовали. Оказалось, что под шубой может быть не только селедка. Это очень интересные мастер-классы, которые проводились в режиме реального времени, и каждый, кто хотел, мог поучаствовать и приготовить несложное блюдо. Думаем, что этот фестиваль у нас будет также проходить ежегодно в январе, то есть вот в этом году это было 27 января, в следующем году в этом оно уже прошло, в следующем году, где-то в конце января, мы тоже этот фестиваль обязательно проведем. И пригласим партнеров уже из других регионов. Ну и, конечно же, не могу не сказать о нашем фестивале дорожной песни. Он у нас в этом году будет 8-й. Это мероприятие. У нас обладатель гран-при национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards как лучший проект в области культуры. Будем проводить мы его 8-й раз. Это очень интересное мероприятие, когда
территория парка проводится у нас в старинном липовом парке, когда территория парка делится на поляны, интерактивные площадки, и гости, туристы погружаются в дорожную тематику. Все составляющие праздника, они тематические, объединены одной сюжетной линией. Это и шахматные турниры «Ход конем», это и гастрономическая поляна «Ямщицкое раздолье», фотосалон «Страна ямщика» в объективе, всевозможные аттракционы, выступления конных театров, интеллектуальное кафе «Скачки разума», мастер-классы по росписи лошадок, дуг, колес, караоке по-ямщицки, битва хоров, свадьбы, дорожные хороводы, квесты, большое дорожное чаепитие. И вот тема 2018 года – это сундуки, саквояжи, чемоданы, все, с чем можно отправиться в дорогу. Поэтому приглашаем вас 10 июня к нам на фестиваль. Надеемся, что будет интересно. Ну и последнее мероприятие, о котором я бы хотела сказать, это наш ретро-матч, который состоится 11 июня 2018 года, на который мы приглашаем гостей. Будет воссоздана атмосфера 1914 года, и мы проведем футбольный матч по правилам того времени. Будем очень рады видеть в гости. Будут воссозданы игры того периода: лапта, городки, крокет. Приезжайте, будет очень интересно в качестве зрителей, в качестве участников. Мы очень рады посотрудничать. Страна ямщика всегда рада гостям. Вот вы видите наши контакты и наш сайт «Страна ямщика РФ». Так, во время фестиваля, если места на частных машинах, ну, мы будем предусматривать места стоянки, и мы всегда предусматриваем стоянку для туристических автобусов, поэтому, пожалуйста, приезжайте. По ретро-матчу у нас тоже определена даже зона, парковочная зона, рассчитанная и на автобусы, и на частный автотранспорт. А, туалетные вопросы также решены. Никогда не бывает проблем вот с туалетами на фестивале дорожной песни. Все вот эти вопросы, они несущественны. Это все у нас решено. А людей много, это вопрос. Много ли у нас к нам приезжают люди на фестиваль? Ну, порядка 9000 у нас было в прошлом году. Добрый день. Как меня слышно? Я хочу рассказать о нашем проекте многолетнем историческом фестиваль воздухоплавания в тепловых аэростатах. То есть сам по себе полет на аэростате – это в любом случае некая детская мечта, сказка. Даже если лететь невысоко, там где-нибудь в Дмитрове над полями. А у нас добавляется два города, в этом году третий, с необыкновенной красотой внизу. Озера, реки, монастыри, церкви. Поэтому наши фотографии с нашего фестиваля совершенно везде встречаются, и в кабинетах,
и в чужих рекламах, и в непонятных журналах. В этом году мы добавили к нашим двум традиционным городам Переславль и Ростов город Суздаль. Администрация пошла на встречу, очень рада. На этом и таким образом фестиваль стал фактически состоять из четырех различных проектов, даже особо не связанных между собой. Тут на вкладке сейчас мы показываем, что у нас очень людей много ездит, как летать, так и посмотреть совершенно с разных городов. Даже из Находки был в прошлом году человек. Города все красивые, необыкновенные. Первый город у нас идет Суздаль. Там 18 июля мы устраиваем небольшое открытие фестиваля, делаем вечерний полет. И в четверг, 19 июля утром, производим второй полет. Соответственно, как полетать можно, так на время отлета мы ставим тепловой аэростат 1 покататься на привязи на торговой площади, для того, чтобы люди могли как можно большее количество посмотреть, потрогать, пофотографировать. Интерес в Суздале тоже большой, там местные компании телевизионные уже высказывают желание поучаствовать, поснимать, заявиться. Дальше мы переезжаем в Переславль, традиционный наш город. И 20 июля в пятницу вечером традиционный полет в Ростове. Соответственно, праздник, кроме полетов, это наш традиционный праздник, в субботу вечером, в этом году он будет 21 июля. Если раньше он назывался просто будничное ночное свечение, то мы за последние два года настолько его модернизировали, что сейчас уже даже грустно называть его так буднично, придумали название некое шоу «Поющие аэростаты». То есть аэростаты стоят, не совершая подъемов, и под хорошую музыку, под качественное, под сопровождение, под концерт светится. Гостей у нас бывает очень много. Я бы хотел обратить внимание, что мы зовем не только полетать. Полет все-таки дело эксклюзивное, достаточно дорогое, и всем по карману. Мы делаем уклон на тех, кто хочет, например, просто посмотреть. Мы стараемся сделать интересными как брифинги наши, перестарты, полетные сборы. В этом году даже ведущего планируем нанять, чтобы он как-то развлекал публику и пояснял, что происходит. Очень замечательный общий старт аэростатов. Мы ставим теперь их одновременно, по одной команде наполняемся, не торопимся улетать. Минут 10 традиционно стоим просто на площадке. Телевидение снимает, машины, дети бегают, драйв необыкновенный. И вот на эти общие старты, на вечерние полеты, к нам ходят просто посмотреть уже сотни людей. Колонна машин, когда выдвигаемся там, исчисляется там десятками точно, аж страшно иногда бывает. Это все совершенно бесплатно. Приезжайте, приводите гостей своих. Единственное, что место сбора, всем говорим, не на месте общего старта, а месте проведения брифинга. Место старта заранее неизвестно. Определяем его на брифинге. Поэтому надо приезжать к месту брифинга. Суздале по программе это торговая площадь или Красная площадь. В Переславле это апарт-отель «Переславская Слобода». В Ростове традиционно центр города около Кремля, Соборная площадь. Второе наше направление, мы пытаемся людей как-то покатать на веревочке. Тем, кто недоступен полет или времена тяжелые, подъемы все гораздо более дешевые. 500 рублей традиционно цена взрослых, 300 рублей ребенок. Эти подъемы будут проводиться в Суздале в этом году на открытие на торговой площади и в Переславле во время субботнего праздника. Праздник будет проходить в Поповом лугу. Вот. Соответственно, в каждому пилоту мы ставим некие задачи. То есть не просто совершить полет мягко и безопасно, а по возможности, во-первых, красиво рассказать о воздухоплавании, о своей команде. Во-вторых, провести экскурсию, насколько там в сфере его компетенции, там, что он проходит под ним, какие озера, чем славны, какие монастыри. И в-третьих, церемония посвящения воздухоплавателя. То есть есть такие замечательные традиции. Она должна быть, все мы ставим установку пилотам, не сжатой, большой, красивой. Приветствуется очень среди пилотов формы всевозможные, красивые, как летные, так и маскарадные. То есть это целый объект, так очень часто он
запоминается чуть не меньше, чем полет. Переходим к субботнему вечеру. Попов Луг, 21 июля. Будет шоу «Поющие растаты». Шоу будет сопровождать певиц. По нашему опыту привлекаем мы певцов, выпускников консерватории, только начинающих, которые там условно награды не требуют. Но тем не менее, все очень качественно. В конце, если будет время, я вам поставлю небольшое видео. И растаты светятся в такт музыки. Параллельно там на соседней площадке будет проходить подъемы вниз-вверх. Туроператорам предлагаем продавать туры на фестиваль. То есть в пакете будет проживание, предполетный брифинг, общий старт посмотреть, какие-то маршрутные экскурсии по городу. Просто если туроператор продает полеты, тоже не возбраняется, то наш большой минус, мы зависим от погоды, потом бывают сложности с возвратом. То есть полет он стоит, наверное, так же профессионально, как тур, а полноценной замены, как мне раньше не было мыслей красивых, чем заменить полет, так и сейчас у нас нет. То есть мы просто возвращаем, к сожалению, к нашему полностью все деньги, 100%. Если хотят туроператоры продавать, то ради бога, мы комиссию заплатим. Если нет, можете сводить с нами, в конце концов, комиссию можем и на потом оставить. 7 тысяч рублей полет стоит взрослых, 4 тысячи ребенок. Вход на субботний праздник будет деньги. К сожалению, в этом году нас отказалась поддерживать администрация областная. Мы тут пытаемся выживать. Поэтому вход будет платный, 100 рублей на концерт. Еще деньги небольшие, они достойны того зрелища. В Суздале, если качается пакетов туроператоров, можно добавить участие в программе открытия и церемонию и подъем на тепловом аэростате. В Переславле это участие в субботнем празднике. Предлагаем разместить на рекламу на оболочке, как маленькую, так и изготовить собственный брендированный аэростат, ну и наши мультные возможности. На случай плохой погоды, вот мы занимаемся такой вот, не знаю, как называть, фаер-шоу мы назвали, горелки светятся по-разному, под музыку, это так, от безнадёги, чтобы люди, когда пришли, хоть какое-то им зрелище должно быть. И плюс развлекаемся как можем, то есть проводим свадьбу, украшаем спорт, радуем всех подряд. Ну и напоследок, пока есть 3 минуты, хотел вам поставить наше видео с концерта. А я пока, может, что-нибудь отвечу на вопросы.
Как-то так. Стараемся. Всем до свидания. Звоните, пишите. Федерация высокоплавания Ярославской области.